Друзья, всем привет! С вами на связи Маргарита Шипила. В этом видео я вам расскажу про обновление в компании BigSAP. Мы сейчас с вами зайдем прямо в группу, и вы сможете своими глазами увидеть. Вот у нас прошло обновление 1.3, то есть версия 3, ну если я правильно понимаю, да? Здесь вот выставлен список, все, что было обновлено. И одно из обновлений, с которым я вас хочу сегодня познакомить, это страница обучения тестирования, прохождения теста и результаты тестирования, соответственно. Потому что очень многие люди заинтересованы в том, чтобы в компании было обучение. Все стремятся к тому, чтобы у них была поддержка от администрации, от компании, чтобы были какие-то советы, рекомендации, как правильно развивать бизнес. То есть сегодня без таких рекомендаций, без поддержки компании очень тяжело на самом деле. Поэтому в компании BigSAP администрация адекватная, она понимает, что партнеры должны развиваться, и внедрено было обучение. То есть это было заявлено уже сразу при старте компании. И так как развитие продолжается, то вот сегодня, пожалуйста, у нас уже есть такая страничка с обучающим материалом. Давайте с вами зайдем прямо на страницу BigSAP, и вы сами все увидите. Значит, вот здесь у нас в строке, где у нас все вкладки, появилась вот эта вкладочка с обучением. Человек сюда нажимает и попадает на вот такую страничку. Каждый ролик здесь прикреплен к определенным пулам. То есть, смотря какие пулы у вас есть активированы, такие ролики вы можете просматривать. Допустим, у меня активирован первый пул. Мне доступны вот эти два ролика. Они выделены зеленым цветом. Я могу его включить, этот ролик, и просмотреть информацию, которая дается тренерам. Потом я открываю второй ролик. И вот мы сейчас даже это продемонстрируем вам. У нас открывается второй ролик. Я его включаю, прослушиваю. И после прослушивания двух роликов, которые прикреплены к моему пулу, я прохожу тест. Для чего этот тест? Для того, чтобы закрепить свои знания. То есть мало слушать, надо применять эти знания. Соответственно, чтобы их применить, надо их закрепить сначала. Вот мы нажимаем на «Пройти тест», и нам открываются вот такие вопросы. Мы прослушали ролики, прослушали информацию, нам надо это все дело закрепить. Мы проходим тест, как в школе. Ответили, нажимаем кнопку «Проверить». Конечно же, здесь дело все в том, как вы сами к этому отнесетесь. Если вы будете мухлевать, как-то там подглядывать, допустим, видеоролики, чтобы правильно ответить. Соответственно, это никакого смысла тогда в этом обучении для вас лично не будет. Потому что, какой смысл самих себя обманывать, правильно? Поэтому не рекомендую, как говорится, лукавить. Просто прослушайте информацию и честно ответьте на вопросы. Если где-то вы ответили неправильно, и вам вот эта кнопка «Проверить» покажет, значит, переслушивайте и по новой изучаете. Стремимся к тому, чтобы вот эта информация у нас осталась в голове. Вот такое у нас обучение в компании BigSAP. Потом, если вы нажмете на ролик, который не выделен зеленым цветом, вам придет уведомление. Вот здесь прямо на экране вам будет показано, что кто его может смотреть. Вообще доступен вам этот ролик или нет. И мне вот пишет, что этот ролик доступен при покупке первого тарифа, первого модуля. И после прохождения тестов по предыдущим видео. То есть сейчас, находясь на первом модуле, я могу этот ролик изучить, но мне надо пройти тест в первых двух роликах. То есть изучить информацию с первых двух роликов, пройти тест, и потом только я смогу смотреть вот этот третий ролик. Друзья, замечательная идея. Вот именно в подаче информации, потому что будет не просто прослушивание, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а именно человек будет сам себя проверять. Если я нажимаю на следующий ролик, мне показывается, что этот ролик будет доступен при покупке второго тарифа и прохождении тестов по предыдущим видео. Таким образом, если вы хотите получать все вот это обучение, которое здесь у нас будет в кабинете, оно будет, соответственно, еще дополняться многократно, то есть это еще не предел, то хочешь не хочешь, если вы хотите развиваться, вам надо будет развивать свою команду, закрывать пулы, активировать их и проходить вот эти все обучающие материалы. Друзья, замечательно. Допустим, мне это очень нравится. И нравится не только тем, что здесь вот
во вкладке обучения есть вот эти ролики, чтобы их просто слушать. А именно нравится то, что здесь есть тест, и следующий ролик открывается только после того, как вы прошли тест, сами себя протестировали. Это такая мотивация для вас, чтобы слушать и вникать в то, что вы услышите. Чудесно, на мой взгляд, очень хорошо. Поэтому, друзья, рекомендую вам компанию BigSAP, если вы хотите зарабатывать хорошие деньги, хотите развиваться, хотите получать знания, то приглашаю вас в свою команду. Меня всегда можно найти по контактным данным, которые есть под этим видео. Пишите, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, потому что я буду выпускать дальше новые ролики, чтобы вы их не пропустили. Обязательно ставьте лайк или дизлайк, это на ваше усмотрение. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу такого обучения. И обязательно поделитесь, есть ли у вас в вашей компании, если вы еще не с нами, есть ли у вас в вашей компании вот подобное обучение. И может быть оно лучше нашего. Поделитесь своим мнением в комментариях. Мне будет это очень интересно. С вами была сегодня Маргарита. Всем желаю добра, здоровья и процветания.